Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире «Творческая мастерская». С вами Полина Бахова. И сегодня мы в гостях находимся у Виктории Кузиной. Виктория – профессиональный пекарь-кондитер с многолетним стажем. И в последнее время она занимается изготовлением яблочной пастилы. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в чем секрет этого необычного блюда и как его готовить? Ну, тут секрета особого такого нету, потому что пастилу делали наши бабушки очень давно. Но я помню, когда бабушка делала пастилу и сушила ее в печке. А сейчас уже, конечно, нам помощь, помощь, техника разная. И сейчас нам это намного проще, чем раньше было. И я решила, когда у меня ребенок, я задумалась о том, как бы ей сделать полезные перекусы. И вот я вспомнила о пастиле. А так как я живу за городом, у меня очень много яблок, своих слив, ну и вообще много фруктов, есть черная смородина. И я решила делать пастилу. Итак, что для этого нужно? Сейчас мы будем делать яблочную пастилу. Для этого нам нужны яблоки. Яблоки не обязательно рвать с дерева. Можно и те, которые упали, собрать. Часть яблок я запекаю. То есть я их нарезаю. Вот обрезаю просто от них кочанчики. Нарезаю. И часть яблок... Выкладываем на противень. Да? То есть никакой особой техники нарезки нет? Нет. Вот вы буквально вот так режете, просто кочанчик освобождаете, чтобы было... Обрезайте все там, если будет какой-то... Если, да, погрешности на яблоке, если, допустим, вмятины, мы это если, не берем. Да, не, почему? Если вот яблоко, оно упало, и у него вмятина, но это яблоко хорошее, у него нету гнили, оно целое, это яблоко. Значит, оно пойдет у нас в запекание или целое, потому что мы всю массу делаем пюре с нее, да. То есть это не испортит ни вкус, нет, ни качество. Мне хочется отрезать, но ничего. Так, а сколько нужно килограмм яблок? Или это все делается на глаз? Это все делается на глаз. Мы смотрим, то есть я уже, так как привыкла, давно это делаю. Я уже знаю, а вот видите, вот уже у нас тут червячок. Значит, червячка нам надо... Убираем. Mm-hmm. Ну и вот, если такая вот тоже черненькая точечка, мне она не нравится, я ее убираю. Mm-hmm. Сорт яблок тоже не важен, да? Сорт яблок не важен, кислые, сладкие. Да, пастилу мы делаем без сахара. Если я хочу ее подсластить, то я могу положить или банан, если кто-то еще просит. Ну, вот хочется, чтобы сахара не было, хочется сладкое. Можно положить ложку меда. Но я обычно делаю без сахара и, без меда. Поэтому оно считается и полезным. И полезно, да. Это очень здоровый перекус для детей. То есть можно взять с собой машину, можно отдать ребенку в школу. Ну и сейчас же это очень такое модное и популярное блюдо. Да, ПП-еда считается. Так, ну в общем, вот такой массы нам достаточно. Да, вот сейчас я нарезаю в лоток на противень и запекаю. То есть теперь мы должны выложить... часть яблок на противень и отправить его в духовку. Да, да, вот чуть-чуть мы вот как сюда. Мы выкладываем? Какой вот, слой? Толстым? Вот толстым можно, запекается оно хорошо, можно и толстым. Скажите, когда хватит. Все вот так. Угу. Итак, наши яблочки нарезаны, теперь мы отправляем это все в духовку. Открываем духовку и ставим наши яблоки запекаться. Наши яблоки запеклись, и теперь мы будем делать с них пюре. Итак, наши яблочки готовы, теперь что мы должны? Теперь мы накладываем, это у нас термомикс, это такой большой у нас блендер. Мы закладываем сюда запеченное яблоко. Клади, Полин. Сколько примерно? До половины? Вот два. И точно так же еще мы добавляем свежих яблочек. Наш блендер наполнен. Да, закрываем крышку. И перемалываем. Перемалываем, да. Добавляем воды. Мы открываем крышку. У нас получилось пюре. Пюре, да? Вот такое у нас получилось пюре. Угу. Но я его еще надо... Вот мне оно густое. Я еще в водички добавила. То есть оно должно быть... Более жидкое, да.
А при сушке вода выпарится, и получится у нас хорошая такая красивая пастила. То есть мы сделаем еще водички, добавим. Теперь красивое, да? У нас такое получилось пюре. И мы его должны вылить в специальную емкость. Да, у нас противень. У нас на противне специальная такая подложка пластиковая. Мы ее смазываем маслом. А это приспособление специально для изготовления пастилы? Да, это приспособление специальное. И разливаем пастилу. Как блинчики получаются. Да, как блинчики. Вот такой тоненький блинчик раскатываем. И таких слоев вообще можно делать несколько? Да, у меня 12 лотков. То есть можно за раз сделать? За раз можно сделать где-то 12 блинчиков. Да, блинчиков. И включаем. Пастила у нас готова. Готовится она от 12 до 14 часов. И у нас получаются вот такие красивые листики-блинчики, да. Из яблочек. Я ее обычно, мне очень нравится, когда я ее вот складываю вот так. И очень красиво смотрится. Кто-то любит, когда она закручивается в трубочку. И мы ее можем аккуратненько, красивенько скрутить. А можно, наверное, нарезать любую. Можно нарезать колечками, можно скручивать. Кому как понравится. Ну, вот такой у нас листочек красивенький получился. Итак, у нас получилось вот такое красивое, вкусное, а главное полезное лакомство. Спасибо вам огромное, Виктория, за рецепт, за такие угощения. И вам большое спасибо, что вы приехали в наш дом. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ.